Да, вот совсем у меня тут 14 февраля перед окном. Вот не стыдно, вот я сижу, работаю, сели у меня перед носом и занимаетесь всякими безобразиями. Фу на вас вообще. Как будто больше негде этим заняться. Ну, короче, закончите, там на балконе вам и поесть, и попить, и согреться. Так что не стесняйтесь. Совсем уже себя чувствуют как дома.